Всем привет, дорогие друзья, с вами Александр Бусинко. Всем привет! Мы продолжаем охотиться на орла. Сейчас Бусинка тут немножечко попытается обжить это место, да, эту трущобу. Ну, не то чтобы обжить. Так, я побегу, посмотрю, авось заспаунился наш дорогой орел. По крайней мере, собственно, ради него-то мы сюда и приперлись. Да? То пока что как-то все идет не так, как хотелось бы. Я уже начинаю жалеть, что мы на волках сюда не пришли, потому что если бы на волках пришли, было бы куда проще. Да даже просто бы уже я психанул бы, обсидиана набрал и не мучился, да? Забил бы подревесный сок. Да? Просто так? Выпадал? А нифига себе, обычного эти надо специальным краником добывать. У тебя он так просто выпал? Да, вот первый раз я такого не видела еще. Это, видимо, какое-то другое дерево было. Ну, короче, он нужен для крафта так-то. Вот. Ну, в основном для рыбалки, если честно, нужен. В основном, преимущественно. Как бы. Так, слушай, я сейчас опять здесь по горе побегаю. Что-то после того, как видеокарту обновил, ну, в смысле, драйвера на нее поставил новые, что-то как-то все по-другому стало. Я бы не сказал, что хуже, но благодаря этому, по-моему, оптимизировалась дальность прорисовки. Вот вроде деревья далеко видны, да? Раньше их не было видно. Но несмотря на это, они не сильно тормозят систему. Это прикольно, да? Так, слушай, Мася, я не знаю, где этот несчастный орел. Я готов ругаться всеми страшными матами, какие знаю. Лишь бы его так, найти. А ты далеко ушел? Я наверх пошел, заполз. Пытаюсь. Я просто сейчас вот воду могу к тебе подойти. Потихонечку поднимайся тогда наверх, я там наверху. Ну, в смысле наверх? Ты перешел, да, через этот да, наш я перешел и поднялся наверх на гору, вот наверх горы. В надежде найти то, что я ищу. Я вон вижу обсидиан. В принципе. А еще я нашел такой мод интересный, но я не стал его ставить. Он, в общем, что дает? Вводит в игру. Вот есть же здесь как бы нефтедобывающая качалка, да? Вот, этот мод дает тебе возможность поставить ресурсы добывающей качалки. Да, они, конечно, немножко не очень честно, то бишь можно считать тот же самый обсидиан около дома добывать с помощью нефтекачалки. Но зато это очень хорошо облегчает жизнь. Слушай, Ай. Я тебя хочу перебить. Ты поднялся вот на эту серую высокую-высокую гору, которая... Самый-самый, да, вверх, самый-самый. Ну просто я чтоб тебя найти. Так, там жучок, да? Нигде не вижу. Летуна парацетарий, там он вышел. Блин, я голодаю, зверский кошмар. Я уже замучился есть сырое мясо. Все, что я приготовил для орла, я походу сам сейчас все съем. Кошмар. Так, я забралась, но я не знаю, где именно ты. Самый верх. По дорожке иди вверх. А, вон я тебя вижу. Я ниже. Гораздо ниже. А, я чуть выше. Так. Блин, не знаю, Бусь, что-то как-то они меня бесят, эти орлы, то, что их нет. Очень сильно они меня расстроили. Понимаешь? Я уже думаю про себя мысленно, что ну его нафиг, наверное, надо добыть. Эту злосчастную, несчастную руду и потихонечку пидорить домой. А сюда потом, через какое-то время, прийти на волки, ну, поскольку так быстрее. И надеяться на то, что здесь заспаунится этот орел. Как ты думаешь? Не знаю, даже что хочу сказать. Я попробую, короче. Ты сейчас чего хочешь уйти? Добыть. Я хочу обсидиан добыть, и потом это с тем запасом, который добуду, с ним пойти отсюда. Только без меня не уходи. Ну, да без тебя не уйду. Ты можешь этот понадобывать, кристалл, кстати, хорошая, полезная вещь. Кристалл я это сколько добыла, я в ящик положила, там один ящик мне больше сделала в доме. Фига, слушай, я
Все, мы не унесем сразу. Я практически перегружен, прикинь. Сейчас вот еще вот волокна повыбрасываю, конечно, вот кожу придется выбросить, офигеть. На какие жертвы я иду, чтобы хоть немножечко разгрузиться и оптимизировать свой интерфейс? Так. Я больше не утащу обсидиана, прикинь. Еще маленечко добуду, и все, я весь забьюсь под завязку. Я потихонечку спускаюсь, и вон я тебя вижу, думаю, ты пониже, да, была? Да, вон ты. Вот. Да, вон ты. Ну, вот я спускаюсь. Че, пойдем домой, я сделаю ножницы, подстригу тебя, а потом ты меня. То мы с тобой лохматые, косматые. Тебе не нравится моя лохматость? Даже понимаешь, что это прозвучало, я бы сказал, даже немного двусмысленно. Ну, блин, я имею в виду, не знаю, о Не, чем ну ты там подумала. я в хорошем смысле. Ну, я тоже в хорошем смысле, не знаю, что ты там, о чем ты там. Лохматость имеется в виду, я подразумевал не только по факту, да, того, что ты, ну, густая растительность, а в том плане, что лохматость, то бишь крутость. Ты тоже так же подумала, правильно? Я имела в виду только насчет прически. Значит, там думаю. Там синевушки для фиолетовый. Да. Да, но я хочу тебя обрадовать, около него раптор. По-моему, даже не один. Пошли его расхерачим, почему нет? Так, вот сейчас вот нужно как бы перепрыгнуть, да, туда. Ты готова перепрыгнуть так, чтобы реально перепрыгнуть и не упасть вниз? Говно вопрос, да? Так. Сюда мы так не сделаем. Слишком уж низко. Так. Там, походу, тоже. Они проще через дом. Там какой-то динозавр, прикинь, повис, смотри, я здесь. Я не пойму, кто это, но какая-то херня повисла. В текстурах разожалась. Через дом не получится. Он слишком возвышенно находится. Вон здесь, вот смотри. Ну а как мы Там, вон прыгали? он. Моралотопс. Он повис, видишь. Застрял, бедняга. Только не подходи близко, сыпется все. Мне кажется, вон там где-то есть возможность. Вон, смотри, вот тут, по-моему, возвышенность спокойная. Без ямы, без всего, смотри. Тушканчик. Потихонечку давай сюда. Так, там смотри, я вижу только одного раптора. Вот здесь вот четенько, смотри, безопасненько, все классненько. Вот, видишь, здесь можно спокойно пройти. Да, вот смотри, видишь? Все, и вот сюда. Сейчас надо найти эту бяку. Первым его увидеть, чем он нас увидит. И в сандалить его. Все, я его вижу. Он меня тоже видит. Ась, изволь разобрать его на мясо. Ты так быстро, я даже не успела. Что поделать? Хочешь, конечно, разбери, хочешь нет, дело твое. Я пойду пока этот дерну луч, чтоб он не пропал. О, я тоже хотела. Нифига ты меня погнала ради этих целей. О, тут только чертежи, прикинь. Они нужны Шопа. нам? Да ну их нахер. Мне они, конечно, так-то. Че это, чертежи труп? Не, нафиг не хочу. Ну, где? Ладно, пойдем домой. Из-за таких вот деревьев я достала сок. Я понял. Где? Ты где? Я где луч? А, ты все-таки его взял? Нет, я выбросил из него вещи, чтобы он пропал. Че, пойдем домой? А, мы пойдем прям домой-домой? Да, я хочу ножницы А сделать. мне там кристаллы оставила в том домике. Сможешь их принести аккуратно и найти меня здесь? Вопрос интересный. Интригует Да. организм, этот хитрый механизм, да? Ну пойдем, ты куда пошла? Я хотел тебя провести, а ты здесь? Погоди, тушканчика Да. надо оглушить. Ну, что ты его бьешь? Он прикольный. Убить надо. Зачем? Кач, кач, кач. Ну, Кач, кач, кач. Да, правее сейчас, иди за бугром наш дом.
Сек. Что, не надо, что ли? Ну ладно. Прикол. Так. Может, я что не понимаю? Что за шум? А драки нет. Так, ножницы. Прикинь, обсидиан не надо переэтовать. Ну, во что-то другое иное такое переделать. Достаточно так вот, как он есть. Интересно. Ну ладно. Я как бы не шибко-то против. Так, есть такие тычинки. Бось. Ты где? Далеко? Нет, я тут зверушек смотрю. Зверушек? О. На улице? Да. Ну-ка, иди сюда. Не, реально, подойди ко мне. Да, ты да, чё, да. Жизни что ли повысила? Да. Не надо жизни. Атаку. Всем хищникам качаю атаку. Окей. Так. Ну-ка. О, Мася, могу тебя подстричь. Хочешь? Некоторые еще прически не это. Длина волос, смотри, хочешь короткую? Могу просто укоротить. Ну, сделаешь сюрприз. Волосы на лице. Только не под мальчика, ради бога, я тебя очень прошу. Есть это. Ирокез, хочешь ирокез? Есть афро. Как тебе лучше? Ирокез не люблю. Ну, афро тоже не особо. Ну, если, ну, давай просто коротко подстригу. Ну, как ты говоришь, не под мальчика, оно быстро отрастет обратно. Давай так коротко, как ты говоришь, не под мальчика, но как под мальчика, пусть растет, потому что опять отрастет. А дай мне, я тебя потом подстригу. Потом ты меня подстригешь. Погоди. Я так и не сделал. Сейчас, раз. Хочешь, тебе испаньольку? Усы сделаю. Прикинь, женский персонаж усы может иметь. А вот. Принять. Опа. Ой, ноу! Что это? О, прикинь, я сам себе могу стричь. Не, да я тебя постригу. Дай для... Ты постриг меня, я тебя постригу. Да, и пожалуйста, ножницы. Дай. Ну, погоди, я сейчас... Нет. Ножницы. Ну, Мася, ну так нечестно. Ай! Сейчас я тебя вообще на лысо подстригу. За такие вещи. Все, я обиделась. Обиделась? Тогда я тебе пойду воду отнесу. Ты маленько охладишься. Зашибись. Как раз маленечко. Вот так это... Ты меня чем ударил? Рукой. Что ты? Как ты это? Я сразу так вырубилась. У меня прокачан удар просто. Че, очнулась? Нет. Сейчас очнешься. Стой, пинается она. О, ножницы сейчас ломаются. Поэтому их надо аккуратненько и нежно. Они очень хрупкие. Когда они сломаются, не выбрасывай их, можно отремонтировать. Человеческие волосы, прикинь, у меня есть в инвентаре, я состриг с тебе. Икс, да? Слушай, а где... Как ты сделала шляпу себе, я не пойму, у тебя шляпа что ли есть? Я сделала ее. Почему? Странно. Я не помню, странно? Я не помню почему, но я по какой-то причине не мог его сделать. Я принесла алмазы, я думал бы сделать. А, все, понял, точно. Да, алмазы же. Я забыл. Ну ладно. Нам наверх. Я просто шканчика хотел загрызть. Тикс. Тикс. Ого, два листозавра, прикинь. И чё? Чё? А, я убил одного. Осторожнее здесь быть, не упади. Как раз... Не, забей на него, забей, он убежал в яму, сейчас упадет вниз. А это тоже упадешь. Все, пойдем сюда. Так.
Что тут у нас есть? Так, орлов я не вижу, что появились. Смотри, то место, куда я хотел. Можно, конечно, вот здесь вот с разбегу прыгнуть, а можно не рисковать и обойти. Давай тогда лучше обойдем, мало ли. Пойдем. То в случае неблагоприятного исхода упадем вниз. А тут же обойдем потихонечку. Здесь же вот есть возможность обойти. Так, ты тут? Отлично. Там заодно какая-то купальня или что это впереди, я не знаю, надо посмотреть. Аккуратненько вот здесь так вот. Иди. И здесь уже можно спуститься вниз. Но мне, конечно, очень интересно, если напасть на шипанистого дракона, то волк его загрызет или нет? Это очень интересно. Да, не знаю, с одной стороны, это Вдвоем, по же. идее, как бы должны загрызть. Вдвоем. Может быть. Один-то, может, и нет, а вдвоем-то, в принципе, должны. Ну вот попробовать просто интересно. Пойдем к этой купальне наверх. Здесь вот. Так. Потихонечку будем подкрадываться, потому что здесь есть хищники. Сейчас потихонечку, по чуть-чуть зайдем. Так, что я вижу? Пока вроде все спокойно. Летуна нигде не вижу. Хищников тоже. Пока что, смотри, там что-то разрушенное, да? Ничего такого, да? Вроде бы нет. Ну-ка, маленько двинься тут. Встала прямо на этой штучке. Хочу посмотреть, есть ли тут что, как раскопки. Нет, ничего нету. А вокруг? О, слушай, шипанист дракон там впереди. По-моему, один. Как думаешь, рискнуть здоровьем или нет? Видишь его, На да? него, да, вижу, на него Так, жалко. а нет, погоди, он не один там. Там еще второй чуть дальше. Я не знаю, будет ли он защищать своего собрата или нет, как думаешь? Давай попробуем. Вот они не защищают. Знаешь, как сделаем? Я укушу его и отойду. Когда он ко мне за мной побежит, ты подключишься, и мы с двух сторон его будем грызть. Так надежнее. Надо попробовать. Только надо выйти на открытую площадку куда-нибудь, так, чтобы тебе было удобнее как-то, ну, если что, включиться в бой. Вот, например, жди меня вот здесь. Да, вот так вот жди. Я пробегу мимо, но ты не реагируй. Как только он около тебя пройдет, тогда ты его и включишься, кусается, получается, сзади. Поняла, да? Вот здесь вот стой. Получается, я вот так вот сюда вот побегу. Он за мной пойдет. И потом ты подключаешься. Так. Я пойду выцеплю так, чтобы он был один аккуратненько. По крайней мере, постараюсь. Потому что сейчас я смотрю. Какого он уровня? Не знаю, не вижу. Я вообще не выбрал. Они тут кучкой стоят. Так, они умеют с этими. Так, он пятого. В принципе, он маленького уровня. Так, я жду, когда он будет один. Я просто не знаю, будет ли он защищать его вот этот чувачок или нет. Понятия не имею. Тут есть 18-го самка, а самец гораздо слабее. Так. Твари ходят, блин, разряжены. Такс. Так, я укусил его. Бегу. Ничего в меня бросается перьями или что это, не пойму. Представляешь? Идет, идет. Сейчас он идет вот там. Че, он отстал? Слушай, по-моему, на подмогу идет, идет другая. Прикинь, решили вдвоем. Будь осторожны, сейчас идет вдвоем. Самку увидишь слева. Да, вижу. А он сам, он тот, который серый. В меня стреляет. Бей. В принципе, он слабый, я его один съел. Сейчас самочку давай вдвоем. Ты его целиком съела? Видимо. Смотри, эту пере... Слушай, он что-то таким мне стрельнул, я аж начал, ну, вот, эффект оглушения получил. Чуть сознание не потерял. Давай вдвоем сразу прям вот включаемся, сразу вдвоем и гасим.
Она, у нее побольше жизни, мы ее убьем вдвоем. Давай. Кусай, кусай ее, не меня. Так, что у нас кератин? Слушай, да мы с тобой их просто как детей обманули, так скажем, да? Отобрали у них эту лопатку в песочнице. Слушай, погоди, у тебя волк получил оглушение 1%. Ты в курсе? Нет. Все, он спал эффект. Отлично. Я думал, он, не дай бог, упадет сейчас в конвульсиях. Так, переваривание, запас еды у волка. Хорошо. Че, пойдем тогда вдоль дальше посмотрим. Может, найдем этого несчастного летуна. Вот так вот сейчас сюда пойдем, где вот эти ребята тусили. Блин. Подожди, куда ты пошел? По прямой пошел. А ты что в это время делал, пока я тебе говорил? Разгружалась. А, ну ладно тогда, все окей, пойдем. Видишь меня? Они вот здесь вот тусили. Может быть, здесь и летуна найдем, кто его знает. Так, там партстари впереди. Ну, партстари я сомневаюсь, что мы загрызем. Что-то как-то у меня есть сомнение. Он все-таки крупный, как-никак. Да? Несмотря на то, что у меня есть этот костюм, все равно мне душным показывают. Да? Мне тоже. Да. Это нормальная жара, наверное, опять сейчас будет действовать, скорее всего. У меня тоже он эффект жары идет. Если бы, наверное, не волки, я не знаю. Давно бы, наверное, в конвульсиях слег. Так, давай здесь аккуратненько пройдем. Тут осторожнее обрыв. Сильно близко к нему не подходи, обрыв. Пойдем сюда. Там впереди волк. Ворюги, ворюги слева. Два. Один меня заметил. Слушай, больше, чем два. Их трое. Начинай кусать. Начинай кусать, чтобы ничего не украли. Кусай, кусай, тебя со спиной стоит, он что-то у тебя украл. Кусай. Он у тебя украл что-то. Тебя воруй. А, это ты его приручила? Да. Хером. Не знаю, так получилось. Избавься от него, от него толку ноль. Так, внизу волки есть и саблезубы. А он за мной идет или нет? Да, да идет. Да пускай он бегает рядом, умрет, умрет. Как хочешь. Ладно, пойдем, там впереди волк. Я бы, конечно, его приручил. Слушай, может, приручим? Волчару. Где-то... Так, там где-то... есть саблезуб и волк. Вот сейчас саблезуб бегает, волк поднялся чуть выше. Давай. Я саблезуб его хочу приручить. Погоди, еще кто-то там смотрит. Какой-то маленький динозавр непонятный. У меня галлюцинация начинается, я плохо вижу. Это ужасная птица. На саблезуба он ничем от волка практически не отличается. Только раз, что на него точно стопудово нужно седло. Я крафтить его не буду. Хочешь, конечно, крафти, я не буду. Я хочу саблезуба себе. А чё? Да он реально ничем не отличается. Ну просто. Так. Тогда стой здесь. Вот здесь вот стой, только так, чтобы мне не мешать. А то ты, бывает, иногда подходишь и блокируешь меня. Какой привереда. Почему сразу привереда? Потому что ты знаешь, что я неважно играю. Так, она, кошка от меня побежала. Есть эффект. Мне к тебе спуститься? Пока нет. Но я же хочу ее приручить. Да все, она сейчас приручится. Охраняй там волка этого, я здесь подежурю. Ну просто прикол в том, что ты приручишь, получается, ее ты, а не я. Ну а как бы ты приручила? Ты с собой что-нибудь взяла, то, что нужно для приручения? Стрелы, например. Нет. Ответ, да? Ну вот, а как ты ее приручишь? Сейчас я им приручу, заберешь ее себе. Так, что тут есть? Оглушения хватает, в принципе, должна стать. Если встанет, то уже прирученная. Я бы, если честно, лучше еще волка приручил одного в стаю. Толпой бы такой басотой ходили бы. Да?
Свистни моему и подходи сюда. Сейчас я Ты выпью. зря одна. А, ты ж, за жуком. Там просто наверху ужасная птица, она может тебя заклевать насмерть. Будь осторожна. Какой он свистнет на Т, да? Да, на Т свистни моему и сюда иди. Они все за тобой пойдут, в принципе. Черт, ужасная птица рядом. Ага, все, стой здесь, карауль. Пусть это потихонечку. Как встанет, дашь ему имя и это. А ты не знаешь, где твой пацан? А, все, уже приручился. Все, Все, да, встала. да, давай ему имя. Это самка. 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 Давай имя, а я сейчас приду. А я хочу волочка приручить, который здесь был. Сейчас посмотрю, где он. Там ужасные птицы, мне кажется, это они его загрызли. Волчонка. Вот что-то происходит у меня с камерой. Это жара адская, у меня вообще галлюцинации. Так, кто там? А нет, волк один жив, есть. Выше ходит, там еще шипанистый дракон. Так бы мне так зачистить аккуратно территорию, чтобы волчка взять. Ты там внизу, да? Да. Вон ужасная птица одна на меня напала. Все, я ее съел. Отлично. Потихонечку вверх выходи, меня увидишь там. Я сейчас попробую зачистить территорию, чтобы волчонка приручить. У камень топор. Блин, он у меня бежит атаковать. Прикинь, как стрёмно. Я хотел его приручить, придется убить. Где ты именно? Вон, я вверх пошел. И я тут со своей высоты. Отлично. Знаешь, что сделаем тогда? Раз у тебя есть своя басота. Сейчас смотри. Там справа шипанистый дракон, видишь, бегает. Вот там справа ходит. Пока мой волк лечится вместе со мной, ты иди, пока убей его. Вот, а я посмотрю, может, еще одного волка найду. Он тут справа. Шипанистый Ты вот про дракон. вот этого, что? Вон он там ходит. Да. Хера. Там их он не Давайте один. я вижу волка. Нет, он один. Там два волка, прикинь. Двое. Так, сейчас я повыше сюда забегу. Не, пока не атакуй, слушай, там два волка. Впереди в кустах. Они с мотыльком дерутся, я думаю, что они. А, он дедикурсов пытался съесть. И повис, прикинь. Угу. Так. Сейчас я аккуратненько заманю его. Ты это с ребятами стой, если кто нападет. Да, их реально два. Так, один. В одного попал. Или это и есть тот самый один. Блин, Мы они их куда-то его. помчались. Да я знаю, они. Он подошел слишком близко, и они съели его. Подальше надо было. Блин. Пустую, считай, потратил. О, слушай, можно стрелять прямо на нем. Офигенно. Тогда идем он с басотой загрызем того несчастного. Сейчас я прокачаю все. Давай. Так. Куда он делся? Вон. А просто сама атакуй, они всей толпой дружно начнут его тоже грызть. Я думаю, он умрет очень быстро. Нифига ты давай, саблезуб его имя. Я не придумала имя, просто пока. Ты чё, сама-то не атаковала? Слушай, у тебя саблезубы мало хп.
Пусть он подлечится. Видишь, да? Качаем мы тоже это Я атаку. качаю атаку ему. Хотя можно, в принципе, покачать жизни хотя бы до штукаря. Уж больно ватно. Да, но я это буду качать ему. Ну. Так, я сейчас сюда схожу на разведку, есть ли тут еще волк. Нету только Дедикурус. Слушай, эта кошка это не пантера? Нет? А, саблезубая. Саблезуб. Ну, по идее, похож скорее, наверное, на пантеру, чем на саблезубого тигра, но... Хрен знает. Я сразу вспомнила мультик. Не знаю, помнишь ты, нет, про Маугли, там пантера была. Да, по цвету, по крайней мере, особенно когда они темные, они очень похожи. Так, я Ты не сейчас... помнишь, как ее звали? Здесь этот, Багира ее звали. Багира? Да. Айда вон сюда повыше, видишь, где я стою? Да, здесь вода есть, можно попить. У меня, кстати, еще чуть-чуть, и скоро солнечный это удар будет. Прикинь. Так, песок, камни. Кошмар. Сколько вещей не нужно. Экс. Люто волк. Все, заправилась? Или ты качаешь? Я качаю. Стой пока. Так, еще один саблезубый. Впереди. И ужасная птица, одна штука. Так, на саблезубого сейчас нападаю. Не оставляю ему шансов. Саблезубый убит. Ты пока там стой, качай, я сейчас разведаю обстановку и решу, куда мы дальше пойдем. Подожди, я не поняла. Он что, может на мне сидеть? Кто? Ворюга. Да? Ну, можно брать? Смотри. Сейчас, погоди. Интересно. Сейчас, секунду, я убью бабушек. Готово. Сейчас я иду. Если мог лучше пока. Экс. Чё такое? Смотри. Фигеси. Прикинь. Смешно. Так. Я даже не знала. Я тоже не знал, если честно. Это ты побежал? Я вниз хочу посмотреть, есть ли там лютоволк. Я еще одного хочу приручить. Я видел, что он там был, но не знаю, убежал, нет. А, ты уже одного приручил? Нет, я же хотел его, но там в итоге битва началась. Я сейчас чуть-чуть вниз попробую спуститься. Ты меня, если пойдешь вниз по ущелью, увидишь. Кстати, спускайся сюда. Может, здесь где-нибудь и найдем орла. Тут два зверских птенца, ужасные птицы. Так, Пегамастаксон, ворюга. В укрытии Ты сидит. зря от меня убежала, вдруг они туда сейчас побежала. Вниз, вниз, вниз. Где вот мы были с тобой вниз? Меня ограбили, прикинь. Охренеть. Сейчас Давай. посмотрю, что он с меня слямзил, зараза. Странно. Я ничего не вижу, чтобы он что-то съел. А вот ты. Да. Так, пантерка бежит за мной. Да, вроде все на месте. Сейчас, погоди, я посмотрю, тут что-то подобрал не то. Херни какой-то набрал. Деревянная дубинка, прикинь, ты из этого выпала. Из ворюги. Вон, видишь, там внизу ужасные птицы. Слушай, а к воде, если пойдем, там же эти крокодилы, блин. Если съедят. Не, не надо. Я не хочу. Ну тогда веди их домой. А ты куда? Я около воды промчусь без. Ну, я не буду биться, я просто пролечу. На скорость. Я думаю, смогу. О, нифига, это кто такой? Это ужасная птица. А, вот она, да? Окей. Внизу, слушай, два саблезуба, походу, если не ошибаюсь. Так, слева ужасная птица. Пока что одну штуку вижу. А он еще одного саблезуба впереди. А нет, даже четверо их. Может, даже будет пять, кто знает.
Так, вот там он гоняет кого-то. Видишь, ужасная птица. Так. Угу. А это волк, походу. Ага. А, нет, это не волк, саблезуб. Тогда убиваем всех. Только знаешь как? Их очень много, вон волк появился. Так. Моя пантера еще недостаточно сильная, чтобы всех уничтожить. Я знаю. Дело в том, что если они на нас такой толпой нападут, то кого-нибудь точно убьют, это однозначно. Кто-нибудь да пострадает. Поэтому знаешь, что сделаем? Так. Будем заманивать, короче. Стой здесь. Ну, с ребятами, да? Когда кто-то приблизится из хищников, тоже кусай, хорошо? Я сначала убью вот эту птицу ужасную, чтобы она не палила нас. Так. Теперь аккуратненько буду выманивать. Сначала саблезубы выманю. Не знаю, конечно, кто из них клюнет. Может быть, даже волк. Блин, не хотят клевать. Мне бы аккуратно саблезубов убить и волка заграбастать. Было бы круто. Так, мне кажется, волк меня заметит. Сейчас посмотрим, кто первый рванет. Не знаю, бежит он за мной, нет, но я думаю, скорее всего, клюнул. Клюнул? Саблезубы и волк бегут. Готово? Да. Жарим. Я боюсь не Готово. разобраться и Все нормально. просто. Нифига себе, сколько мотыльков, прикинь, когда они были нужны, их ни одного не найти, теперь вон сколько. Все, пусть он это, ну, отдыхает. Я пока лишнее выброшу. Ты тоже пока выброси. Все круто, мы аккуратно выцепили. Все безопасно. О, столько одежды выкинул. Да, ну просто очень много. Я перегружаюсь. Так, чуть-чуть вперед пройду. Ты пока этих подлечи, ладно? Я как на разведку схожу. Чтобы, если что, сказать что-то впереди. Саблезуб на меня напал. Это последнее, что он сделает. У меня одежда выпала с него. Саблезуба, прикинь. Ботинки, блин, тканевые. Так. Окей. Тяной жук. Потихоньку спускайся вниз. Вроде все чисто около воды пока что. Хищников никого не вижу. Потихонечку спускайся со всей басотой. Я справа от костей буду. Так, Дедикурус. Там раптор впереди. Шипанистый. Куда побежала? Куда метнулась? Вот когда их всех убьют, потом что будешь делать? Осторожней. Около воды Сказал. вон. Я не сказал же к воде идти, я сказал здесь стою около скелета, а ты пошла вперед. Сказал по правую сторону полосы, но я пошла ходить по Ну правую я, а сторону. где я был, а где ты? Ну, чисто сразу. Я не сразу, просто смотри, там видишь эти, о, дождик пошел, козырно. Там в воде вон эти крокодилы, мало ли. Я просто не знаю, осилим, не осилим их. Пойдем потихонечку вдоль устья реки. Так, впереди волка вижу, слушай, но мешают шипанистики. Там скорпион есть. Что еще? Слушай, знаешь, что сделаем? Потусись здесь с ребятками, вот здесь. Если что, я к тебе сюда на помощь прибегу. Окей? Я попробую аккуратно его зацепить. Если нет, то к тебе прибегу. Я как бы очень хочу еще одного приручить. Так. Он бегает. Кстати, их тут несколько. А, если начну атаку, как они на меня заинтригуются. Это волк один есть уже. Так, он заинтриговался, да? Где-то внизу. Блин, он не один. Заинтересовался мной, прикинь. Черт, кусает, падла. Я бегу, сейчас чувствую, будет жаркая битва.
вообще капец какая будет. Меня грызут. Еще эти. Серванули. Ясно. Да. Ты слезла, да, с них? Да. Я не знаю, что сейчас будет. Так, пока все хорошо, вроде наши рвут. Так. Отлично. Все, все живы, все хорошо. Блин. Я не смог их приручить. Вся эта высота загрелась. Черт. Обидно. Че, пойдем дальше тогда? Всех перебьем уж, кто там есть. Садись на них. Тихонечку. Там он есть, лютоволк, но опять куча других рядом хищников мелких. А не смогу так аккуратно его снять. Надо болос скрафтить. Если бы вот я его скрафтил, в принципе, он бы застанился на какое-то время. А так он сразу в атаку кидается. Болос, который вот это вот... Крутяшки на нитках. Давайте, беда, у меня есть. Да ну... Тебе серьезно, да, мать, иди сюда, тебе дам. Да здесь чистить надо, я не смогу даже сейчас воспользоваться. Тут знаешь, сколько хищников. Я один на один-то с ними как биться буду. Я понял, что это хорошо, что ты мне хочешь дать, но... Ну, в смысле один на один, а я что? Ты меня вообще не считаешь, что ли? Нет, ты не поняла. Так, чтобы животные их не убили. Понимаешь? Если я буду биться, они же их будут убивать. Я уже вон отрастаю щетиной. Так. Ну, можем сказать ТП. Нет, они. Я если им скажу, то есть риск, что их съедят. О, раптор. Так, раптор выцепили. Минус раптор, это хорошо. Так, а что если. Есть у меня одна идея, знаешь, как сделать? Можно сделать, раз ты говоришь, болос у тебя есть. Так. Отходим назад потихонечку. Пойдем, пойдем. Вот сюда вот, давай вот здесь на полянку. Если что, тогда я к тебе побегу. Положи мне в этого, в моего волка болос. Я возьму себе. Если на меня нападут, я сюда прибегу. Чё-то мне ягоды днём. Увидел? Ого. Прикольно. Это с кого так набрала? Ладно, спасибо. Я сама сделала. Да? Нифига ты крутая. Так, сейчас я тогда попробую аккуратненько приманить. Чуть-чуть. Так, волк далеко, кстати, отошел. Это хорошо. Сейчас. Отлично, прикинь. Здорово, волк вообще отдельно стоит. Сейчас он у меня только загрится. Давай, беги. Слушай, он меня сдернул, прикинь. По съебкам. Хитрый жук. Увидел, что я крутяшку достал, и он меня сдриснул, представляешь? Он в кустах. Есть, попал. Сейчас я ему настреляю морду. Здесь не сдохнет. Блин, саблезуб рядом. Черт, бежит. Саблезуб. Еще один. Так, вот за то, что ты на меня напал. Смерть тебе. Тикс. Здорово, братиш. Давай, ты к нам в тусу пойдешь. Так, пусть можешь, в принципе, подходить сюда. Ай. Там это... Ай, весело. Там ужасная птица. Тебя... Скорпион справа, ой, осторожней. Вишен до Дикуроса докопался. Осторожней со скорпионом. Его жало это станет. Справа, но тебя пошел. Вижу. Он сейчас пытается до Дикурусов поджарить. Блин, на меня ужасная птица напала. А скорпион
меня убьет? Да. Он тебя может просто отключить и убить, поэтому без животных не иди на него. Козел гребаный напал. Разберу тебя на мясо, наказание. Будь осторожнее, отходи от животных, они что тебя защитят. Так, давай быстрее уже вставай, зараза. Капец, тут на меня нападают, слушай. Вот он. Да, я вижу, они начали его грызть. Пусть грызут, не подходи только сама. Они должны его убить быстро. Убили, да? Да. Отлично. Мои красавчики пострадали, бляди. Я кое-как отбился, на меня тут капец, со всех сторон нападали. Представляешь? Ужас. Так, имя ему. Я назову его Бибо. Кого? Волка. Так. Странно он какой-то. Спрятался, главное, сюда. Я иду к нашим ребятишкам. Привет. Привет, ты белый волк? Не, я серого, черного там. Заарканил. 16 уровень, он совсем маленький. А. Ну вот я вижу 23-го. Да. Ну, он сейчас стал 23-го. Так, у этого сколько жизни тоже мало. Слушай, по-моему, много хп только у твоего самочки. Вообще, капец, у него штукарщитая хп. У кого, волк, что ли? Ну, нормально так, добротно. Чё, пойдем потихоньку? Пойдём. У нас уже вообще, там целая стая скоро придет домой. Называется, за орлом сходили. Кошка идет, нет? Идем. Да, да мы сейчас у всех загрызем любого. У кого, считай, шансов нет выжить. Давай маленько ускоримся. Прям по устью пойдем. По принципу, мы народ бахасты, да? Семеро одного не боятся. Так, что нас впереди ждет? Пока вроде все спокуха. Это был водный. Так, впереди вроде ничего такого не вижу. Там то ли раптор, то ли кто-то такой бегает. Так. Офигеть, реально басота такая идет. Если посмотреть так на букву К. Букву К? Да, чтобы это камеры вертать. И опасно. Братва идет. Прикольно. И наши такие морды такие у всех по принципу. Ну кто хочет нарваться, только дай повод. Там впереди он жертва сейчас будет. Шипанистый дракон. Сейчас мы его научим родину любить. На счет 3 срываемся на него с тобой, а остальные подсосутся. Готово? 1, 2, 3. Готово. Его даже съели? Хрена себе. Подожди, тут где-то был... Мась, подожди секунду, там я ничего... Я ждал. Синий. Я убил его. Ну, что ты убил его? Вот синий жук. А, жемы? И одного такого убил. Черт, ночь настала. Так, давай инспекцию посмотрим. А где мой волк? Где мой волк? Где, да? Вот, 77. Где он? Так, ночь наступила, какая-то музыка непонятная. Я перегружен еще, прикинь, оказался. У меня нету музыки. Странно, я слышал. Это кто? Это кто-то из динозавров. Так. Перегружу. Слушай, я сразу замерзать начал, прикинь. Так. Сразу мы качаем. Так, ты не уходи, я тут разгружаю просто. Я не ухожу, я это смотрю. У кого чё, на прокачку надо. Я у этой выбрасываю тоже лишнее. Окей. Вот.
Так, стрелы оставим. Стрелы вещь нужная. Прикинь, если кого-то выпал в рецепты. Рецепты. Рока. Все отлично. Я грызу дэди курса. Вау! Прикинь, его братан решил его защитить. За это платится жизнью. Представляешь, какой ужас. Вася, я же сказала, не уходи, я разгружаю тут своих. А я их уже разгрузил. Ну кроме, я свой вот на котором твоего. Сижу. А, так ты его можешь через F, сидя на нем, F нажимай. Так я на нем сижу и разгружаю. Так разгружайся, он-то тебя не будет реагировать. Если ты на нем. Идти настолько много мне выпало. Придется половину выбросить. Да выбрасывай, его всегда можно достать с помощью волка. Вообще не проблема. Он же день сейчас наступил. Сейчас будет светлеть. Так, быстро? Ну я же ты забыл, что мы играем с ускорением на ночь. Ночь у нас да, очень короткая. Да, я помню. Он вход в это в ущелье. Нифига там ты навыбрасывал, бедный волк весь в куче всякого. Ты прикинь, что в него было. Слушай, прикинь, тут саблезубый бегает. Он хочет на нас напасть, но сыкует. На меня также сыковал волк напасть. Пойдем. Вон, видишь, слева. Он хочет напасть, но сыкует. Видишь, убегает. В итоге напал на этого, на большого, на крупного. Нифига, слушай, хорошо грызет, смотри как. Да? Угу. Экс. Интересно, когда он сейчас его съест, он у нас мелится все-таки или нет? Что-то я их потерял, куда они пропали. За камнями, что ли? Да, они за камни ушли. Готово. Все, пойдем дальше. Так. Только вот на этого не нарывайся, мы запаримся его догонять потом. Кенгуру это несчастное. Я не нарываюсь. Давай ускоримся. Все вроде плато чистое. Так, все в наличии. У нас никто не отстал. Здорово. Так. Все здесь тоже по прямой. Так, нефтяной жук. Кто не отстает, все хорошо. А, по прямой беги. По устью. Сейчас облизу, маленько бьется в конвульсиях, отстал. Слышишь? Ай, кто-то на меня напал. Люто волки, грызи их. Все, саблезу подстала. Все, догнала. Волка догрызла. Да я просто это, пока на тебя засмотрелась, на меня напал. Пойдем. Такс. Здесь просто по прямой беги. До тех пор, пока не будет развилка. Так, все, вроде все на месте. Вся группа на месте, никто не отстал. Так вот этих не кусай. Мы реально потом запаримся их искать. Куда они побежали. Так. Здесь сейчас будет развилочка. Вот она. Тут налево. Блин, ну вот что ты мне мешаешь, а? Кто? Вот этот, блин, я застряла в нем. Укуси его. Просто укуси его, да и все. Хватит меня. Тикс. Я, главное, голоден, но
Самое интересное, пить не хочу. Тупо просто голоден. А я хочу есть. Да. Пойдем, уже почти дома. Сейчас мясо пожарим. Ну, в принципе, знаешь, да, даже здесь дорогу можешь без меня дойти, если хочешь. Ну, уже считай около дома. Слушай, погоди, сильно не ускоряйся, у тебя этот отстает. Не забывай про него, ладно? Все, беги, он на месте. Все, 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 он около тебя, беги. Тикс. Тикс, тикс, тикс. Где там мой? Да Они здравствуй, тоже пьют водичка. как раз. Такие наклонились, типа попили тоже. Да, но у них самое интересное, нет такого индикатора Ну, потребности. если такая обратила внимание, могут такой наклонился, попил воды. Без палева. Хлебнул, да, немножко. Так, хорошо. Тик-тик-тикс. Волчишка. Блин, вот верблюд приперся, мешает. Я, прикинь, его укусил, никто за ним не побежал, и он сдриснул в ужасе. Подожди, кошка здесь, а где волк? Все, я уже волка загнал. Мой волк. Твой? Ну, вон он, там на водопое остался. Ты чё там остался? Он же за тобой вообще-то не следовал, ты на нем была наверху, каталась. Ты чё, пешком прибежала? Забыла. То есть. Не скалься тут на меня. Рыкает. Рычит. Рычит, брумчит. Ты этому анкилозавру грузоподъемность качай, на нем можно ходить добывать камни. Хищником, получается, качаешь атаку, травоядным жизнь, либо грузоподъемность. У меня тут глиф тусует. Однако. Так, все вроде все Так, хорошо. а ты у нас Раптор у нас еще жив, я уж думал, он сдох. Ой, у него кто-то вообще у нас? жизнь, это, прикинь, нету ничего жрать. Все протухло. Бедняга. Паразавр. Так, как он ее зовут, чтобы ее сделать? Саблезуб. Седло на Саблезуб. саблезуба. Ох, не получилось, собственно, приручить то, что мы хотели, зато пополнили запас наших пипетов. Блин, капец, их сколько здесь, какую ружную стоянку делать. Для них, да? Капец. Вот. Ну что ж, пожалуй, наверное, на этом все, да? В другой серии уже попробуем все-таки в другом месте поискать этих летунов. А то так мы долго будем мучиться. Вот. Так что на этом у нас все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте пальцы вверх, кому понравилось. Не забывайте подписываться на канал. Всем пока-пока. Пока.